О заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева сегодня говорят на многих мероприятиях, посвященных памяти выдающегося политика. Одно из них прошло в Музее военной истории. В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Азербайджана, военных школ и воинских частей. Выступившие отметили большой вклад Гейдара Алиева в развитие и процветание Азербайджана, формирование современной азербайджанской армии. В ходе мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, незабываемый, повествующий о последних годах жизни великого государственного деятеля Гейдара Алиева. Благодаря Гейдару Алиеву, который пришел в самую тяжелую минуту для страны, смог остановить кровопролитие, заключил договор бишкекский, начал создавать вооруженные силы, начал создавать кадры, открывать учебные заведения. Все свои силы он бросил на создание армии. Мы все стараемся быть похожими в любви к своей родине, к своему народу, к Азербайджану, как наш лидер Гейдар Алиев. 25 лет своей жизни общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев посвятил работе в органах спецслужб. Память о нем бережно хранится в музее «Слава Азербайджана». В стенах музея хранится около 1000 экспонатов, среди них военная форма, которую Гейдар Алиев носил в бытность свою сотрудником Комитета государственной безопасности, находившиеся в его кабинете предметы, преподнесенные ему подарки и награды. На стендах представлены различные материалы, в том числе архивные документы, обнародованные впервые. Кроме того, здесь экспонируются фотоснимки, документы и материалы, отражающие детские и юношеские годы Гейдара Алиева, период его руководства Советским Азербайджаном и независимой Азербайджанской республикой.